Беларусь готовится отметить свой главный праздник – День независимости. На аэродроме Липки под Минском проходят тренировки механизированной колонны, которая примет участие в традиционном параде. В этом году он пройдет с особым размахом. Число парадных расчетов увеличится практически вдвое – с 14, как в прошлом году, до 27. А длина колонны превысит 2,5 километра. Возглавит ее и первым пройдет легендарный танк Великой Отечественной войны Т-34. Всего же в колонне будет около 220 единиц техники различных родов войск и видов вооруженных сил. Около трети образцов вооружения и военной техники, участвующих в параде, произведены или модернизированы на отечественных предприятиях. В числе белорусских разработок – ракетные системы залпового огня «Полонез», «Белград», станция радиорелейной связи «Цитрус», бронированные дозорные машины «Кайман» и «Волот», а также колесные тягачи МЗКТ. Предусмотрено также участие гражданской техники. Строевым шагом пройдут пешие колонны, а в небе пролетит воздушный эшелон. Это самая зрелищная часть парада. В полном составе обещает прибыть эскадрилья из 12 вертолетов Ми-8 МТБ-5. Впервые после парада часть техники решено оставить на улицах Минска, чтобы все желающие смогли разглядеть ее поближе. Генеральные репетиции парада пройдут в Минске 24 и 28 июня возле стелы «Город-герой Минск». День независимости 3 июля в Беларуси отмечается с 1996 года. В этот день, в 1944 году, советские войска освободили Минск от немецких войск.